у черепашки есть зубы или нет? Ну, конечно, нет. Но они могут вас укусить с роговым клювом. И будьте осторожны, и не суйте им пальчик. И даже у меня еще один есть вопросик. Ребята, а черепахи могут снять свой панцирь или нет? Ну, конечно, нет, потому что они соединены с лишним скелетом. Ребята, на сегодня все. Поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. И если будут вопросы, напишите комментарии. Пока-пока!